Сегодня предлагаю сделать вафли с разными видами начинок. Сладкой и несладкой, используя фермерские продукты село Зеленое, мы будем подавать вафли горячими. Поэтому сначала сделаем начинку. Первое сделаем сладкую начинку. Нарежем клубнику ломтиками. Я взял творог село Зеленое. Он сделан из натурального свежего молока с сохраненной структурой зерна. Благодаря этому творог остается сочным и сохраняет всю пользу. Пробьем творог и мед погружным блендером. Творог отлично пробился до однородности. Теперь очередь несладкой начинки. Помидоры черри нарежем на четвертинки. Нарежем сыр село Зеленое. За счет сливок в составе у него насыщенный сливочный вкус. Фермерский карбонат село Зеленое изготовлен из отборного свежего мяса с применением технологии копчения на ольховой щепе. Поэтому у него характерный аромат дымка и пряные нотки. Нарежем очень тонкими ломтиками. Яйца придадут пышности тесту. Обратите внимание на цвет желтка. Он яркий, насыщенный. Значит, что в рационе несушек были только натуральные и полезные корма. Взобьем миксером яйца с сахаром. Я заранее растопил сливочное масло. Оно сделает наши вафли более нежными и сочными. Добавим сливочное масло и молоко. Я использую село Зеленое. В нем нет консервантов и красителей, поэтому оно такое вкусное. Не забудем про муку, соль и разрыхлитель. Снова взобьем. Нальем тесто порционно в вафельницу. На горячие вафли выложим наши начинки. Медовый творог с клубникой на одну и карбонат с сыром и томатами на другую. Приятного аппетита!